Опять. Димон, тебе не холодно? Не, жарко. И мне не холодно, ребят. Смотрите, какая температура у нас в палатке. И пошли. Игра причем такая... Ух ты, еще один. Немедленный. Он там стоит, кормится. Он клюет один за одним. Какой хороший. Димон, тут 0,1 флюорокарбон. Ой-ой-ой, как жмет, Димон. Ребята, всем большой привет! Мы с Димоном едем на рыбалку, у нас выпало много снега. Как видите, рыбалка начинается вот так с самого утра, по темному. Вот, значит, такие сугробы тут везде, все в такой красоте. И мы едем в надежде поймать каких-то подлещиков. Он уже, этот чувак, пришел ко мне, короче. Проснулся, Димон? Да, всем привет! Привет! Вот, что, Катя, мы сейчас на водохранилище, я не знаю, станем или нет, сейчас 6 часов утра, мы быстро заезжаем в рыболовный магазин, потому что у нас он работает с 3 ночи. Вот когда аншлаг рыбаков, с 3 ночи у нас работает магазин и где-то до 12, потом продавец уходит. То есть пока люди все прут на рыбалку, он у нас работает. Сейчас заедем за мотылем, посмотрим, сколько там будет людей. Да? И поедем дальше. И погоним, да. Не знаю, как мы найдем место парковочное возле водоема, потому что везде, как я сказал, подзамело. Но будем надеяться. Ребят, вот это все рыбаки, представляете? Как я вам сказал, погода плохая. Но несмотря на эту погоду, мужиков везде куча. Ребята, все просто прут на рыбалку. Смотри, впереди тоже сейчас будут парковаться. Все, короче, за мотылем, за снастями. Вон магазинчик, видите, маленький. Вот. Сейчас и я туда пойду за мотыликом, потому что у нас с Димоном закончился. Не купил, блин, вчера, так что погнал я. Да тут не то, что негде встать, да тут негде сесть. Это просто, блин. Ты посмотри, а. Ну что, друзья, наконец-то мы добрались до места, где сегодня будем ловить. Вон, все, что сзади нас, вы видите, вот точки, точки, точки. Это все палатки, тут нашествие какое-то, да? Зомби-апокалипсис, машину поставить негде, ребят. Как Димон сказал, как возле торгового центра. Только возле торгового центра можно покружить, кто-то выйдет. А тут кто-то выйдет только вечером, поздно, правильно? Да, ребят. Да, в общем, сегодняшний план по рыбалке. Сегодня у нас очень грандиозный план. Мы будем ловить на... план. Коноплю. Мы будем ловить на коноплю. Короче, будет подкормка и будет много меленой конопли у нас, так что будет довольно-таки интересно. И лещ должен брать, или подлещик. Короче, ну, должен что-то брать. Наша задача сейчас быстро пойти. Как буду искать место, не буду рассказывать, потому что 100 раз уже об этом вам тер, ребят. Вот, короче, сейчас нахожу место, еще перепады глубины. Будет рыба, не будет рыба, где-то сажусь и сразу начинаем видос. Дальше продолжаем рыбалку. Ребят, в общем, нашли мы на 7,5 метров точку. Вроде бы рыбка показалась. Промерил все тут в 7,5. Аж туда далеко не ходил, но вот буквально 30 метров в радиусе. Везде 7,5. Ну, тут и паркуемся, разбираем наши сани и садимся. Ну что, мы собрали палатку, выставили пол. Сейчас будем ставить баллон, теплообменник и обкидаем ее, дабы не поддувало. Это в тот раз мы были с Димоном на леща, когда сидели ночью. Снега не было и чуть-чуть поддувало по лункам. А, ну сейчас, как, чуть-чуть. А сейчас подкинем, будет вообще отлично. Ребята, нам с Димоном для рыбалки и для самоделок нужен хороший мультитул. Мультитул, да, это незаменимая вещь. Там есть и ножницы, и плоскогубцы, и ножик на всякий все что угодно. Можно и отрезать, и крючок подогнуть, и грузик откусить. Так, сейчас мы выберем себе такую штуку. Для этого переходим в Е-каталог. Так. Открываем вкладку «Туризм и рыбалка» и открываем все разделы. Ищем, Димон, что тут? Вот, ножи и мультитулы. Да. Делаем расширенный подбор параметров. Выбираем производитель. Есть неплохой мультитул. Ганза. Так сказать, фирменный Китай. И инструменты нам с тобой обязательно нужен плоскогубцы, да, как я сказал. Чтобы можно было именно поработать. Вот, подобрать. Так, смотрим. Есть мультитулов очень много. Ну, давай так, Димон, средний выберем. Правильно, посмотрим, да, какой-то. Недорогой и... Ну, и цена-качество, да, соответствовало, да. Допустим, Ганза G202.
Так, смотрим, что тут у нас. 710, 520, 550, 520. То есть цена отличается значительно, как всегда, по магазинам. Давай сравним этот мультитул с каким-то более дорогим, да, дорогой моделью. Ганза G301. Так, нажимаем сравнить эти два мультитула. Смотрим. Чем они отличаются? Да, отличаются ценой и... Там у этого 11, 112 что-то. 12 инструментов, ага. Да, инструментами и по весу. Ну, я не думаю, что металл у них как-то сильно отличается, правильно, или качество сборки. Может, где-то есть какие-то фиксаторы там дополнительные, вот я вижу, да, по картинкам, картинки четкие, смотри. Да, да, да. Может, фиксаторы есть инструментов там, а там нету, да. Может, поэтому. Ну, давай все же возьмем тот, что чуть дешевле, правильно. Да. Это хороший будет инструмент, на рыбалках нам пригодится. Поэтому, ребята, с помощью e-каталога можно выбрать абсолютно себе любой товар по адекватной цене. Если интересно, то ссылка на e-каталог в описании. В описании под этим роликом, да. Все, я уже в палатке. Мой баллон HPC Research. Мой самодельный теплообменщик. И сегодня от него, ребята, поверьте, будет очень жарко. Гофру использую, вот значит, алюминию. Не использую я трубу, потому что она тяжелая, большая, а с гофрой эффект отличный. Она не плавится, ребят, все супер. И все, можно врубать, короче. Врубаем. Главное, когда включаете, открыть вытяжку или эту, или с той стороны верхнюю вытяжку, для того, чтобы, ну, так сказать, тут ничего не запотевало и хватало кислорода. Сейчас все будет влажное моментально, но влага быстро уйдет и станет нормально. Ребята, ну что, мы в палатке, и теперь стоит сделать нам прикормку. Прикормка — это основная часть рыбалки, правильно, Димон? Потому что именно на прикормку идет рыба. Сегодня у меня будет вот такая прикормка. Лещ, значит, холодная вода, элитная серия. Вот, прикормка сама по себе слегка светловатая, ребята, низкокалорийная, то есть то, что нам нужно. Вот, я высыплю всю эту пачку прикормки, в данной пачке 600 грамм. Также я добавлю вот такой прикормки, чтобы затемнить ту прикормку, так сказать, я добавлю Sport Pro, получается Ground Baits, можно сказать, темную прикормку. Эта прикормка вязкая, калорийная, и получается на самом дне будет держать наш с вами корм, так как тут присутствует небольшое такое вот течение, можно сказать. Тут килограмм, ну понятно, что я возьму там грамм 300. Это темная получается, это светлая. Темная прикормка отлично затемняет все светлые, поэтому ее можно использовать совсем немного. И также, как я вам сказал, основной сегодня добавкой у нас будет именно с Димычем конопля. Конопля, холодная вода. То есть это очень мелко измельные семечки, конопли, которые мы будем использовать. Мы берем нашу с вами коноплю, тут полкилограмма, высыпаем всю. Вот, она не помешает, именно она сегодня будет основной, так сказать, составляющей нашей прикормки, конопелька. Теперь берем вот эту вот прикормку лещевую и бахаем ее также сюда. Мешаем лещ и конопля. После того, как мы замешали уже на сухую коноплю и лещевую прикормку, вот, мы добавляем, как я сказал, уже темной прикормочки сюда. Ну, вот так, немного, да. То есть у нас есть прикормка. Сейчас я сюда добавляю воды, ее вымешиваю, и только потом добавляю кормового мотыля, ребята. Воды я добавляю тоже вот так, шумовочкой, как всегда. Так сказать, ситом воды наносить можно? Можно, если хорошо стараться. Прикормка затемнилась, как я сказал, я ее подмешал. И теперь, ребята, можно сюда добавить кормового мотыля. Тут у меня 300 грамм, поэтому я добавлю половину. А остальную часть с мотылем я буду докармливать потом, сверху прикормки. То есть вот так я сейчас разделяю одну часть. Бросаем прямо в наше ведерко и все это сверху вымешиваем. А остального мотыля будем маленькое, сейчас я вам покажу, вот такой вот кормушечкой, потом в процессе рыбалки сверху докармливать, чтобы кормовой мотыль высыпался, получается, сверху на наше пятно прикормки. Вот, часть там будет, а часть добавим потом. Сегодня я с собой взял, наконец-то, ребята, вот такой градусник. Вот, я его приобрел, электронный, с выносным термометром. То есть показывает внутреннюю температуру и наружную. Мы его повесим где-то вот здесь повесим, вот как раз. А эту штуку опрокинем на ту сторону, в дырку, и будем смотреть, какая температура здесь и снаружи. Достаточно крутая
Да, Димон, полезная вещь, и посмотрим, насколько мы тут натаплим. Потому что сейчас у нас тут 18 градусов, смотрите, на улице минус 7 сегодня, видно там? Сегодня 18 градусов, пока в 2 разница, 2, в 0,2 градуса отличается температура, но тут у нас 18, то есть вот у нас теплообменник меньше, чем наполовину, у нас 18, тут комфортно, просто пипец. Влажность, конечно, большая, 82%, ну, мы сейчас потопим, думаю, влага испарится, после той рыбалки палатка тоже была мокрая, и будет все отлично. Первая рыба, только мы сели покушать, и у нас вот такенная плотвичка взяла, ребят. Причем, правда, смотрите, чай достали, видите, парит. Только сели с Димоном перекусить, и сразу есть вот плотва. О! Есть на поплавок. Кто-то клюнул, очень хорошо сопротивляется, как подлещик. Сейчас посмотрим, кто там. Ой-ой-ой. Сошел? А, не-не-не. Да, небольшой подлещик такой вот. Ну, тоже отлично. Причем, класс. Что сказать? Класс. Есть. Только опустил поплавок? Да. Подошла рыба, только опустил, не спеши. Посмотри, а у меня не клюнет. Я смотрю, смотрю. Потому что тут два крючка и много... Видишь, плотва на падении взяла. Мелкая. Такая прямо ж... А, вообще мелкая-мелкая. Плыви. Да назад плыви. О, надо пересадить. Тут мотыль один. Да. Угу. Тоже на опускании. Да только коснулся одна и сразу. Да. Сидит, сидит. Хорошенько. Ух ты! Там тоже сидит, Дима? Может, мы сейчас, чтоб не зацепились. Может, я зацепился. Подожди. У меня кто-то сидит. Неплохой, Димон. Нет, о, Димон, неплохой. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ай-яй-яй, 0-1 леска. О, первый пошел. Смотри, какой. Кто у тебя? Держи его, держи. Братуха, мы с тобой одновременно поймали. Смотри, смотри. Видел? Ты и я, да? Скажи. Одновременно. Я только опустил. Тоже взял на нижний крючок, да. А у меня взяло мормышку. Димон, я подыграл мормышкой и бросил ее. Он, понял? Смотри, и начал заниматься. Ест кашу, да. Я подыграл мормышкой и бросил. И он сразу клюнул. Понял? Да. То есть сейчас будем на подыгрывание, как я сказал, ловить. И со дна тоже берет. Отлично. Хорошенький размер такой. Да. Поклевки сегодня хорошие такие, четкие происходят. Есть. Выложила. Хорошо взяла и подвыложила. Ух ты, как плотва ли подлещ, ребят, не знаю, хорошо сопротивляется. Только начал подыгрывать. Ой-ой-ой, подлещ идет, Димон. Есть, на игру взял ласкирика. Хорошенько, вот такого небольшого, но есть. Подвыложил на игру. Оба-на. Отличный ход. Так, касаемся дна. И пошли. Игра причем такая. Ух ты, еще один. Немедленно. Он там стоит, кормится. Он клюет один за одним. Какой хороший. Димон. Тут 0,1 флюорокарбон. Ой-ой-ой, как жмет, Димон. Димон, я не достану. Наверное, оторву мормышку. Такая мормышка шикарная. 0,1 флюрик. И так отлично играет. Наверное, не достану. Что-то там неплохое такое. О, хорош. Пошла жара. Хорош, его просто забагрил сверху. Оба, на 0,1 флюрик, ребятки. Есть. Так, Димон. Пошел. Сошел. Сошел? Сука. Оба-на, есть. Еще одного доиграл, ребята, на ту же мормышку, на игру. Так, слабенько-слабенько взял. Не получилось снять поклевку, потому что... О, не получилось снять поклевку, потому что раза с 10-го. С 10-й где-то проводки он клюнул. Ну, такой вот. Небольшой, но подлещ-то. Сейчас прицепил увесистый такой кусок туда. Два опарыша, мотыля. Большой пучок, думаю, может сообразиться он. На такую игру. Димон, как всегда, шарудит. Есть. Взял. Соблазнился. Уху-ху. Так и загибает. Хорошо. Ой-ой-ой. Сопротивление пошло. Но ничего, сейчас мы с ним справимся. Вот так вот. Оба-на. Отлично. Во.
что плотвиное такое небольшое. Мелкий лоскирь. Угу. Вообще крошка. Димон, то там как сидел, оказалось. Ну, клевал, да, хорошо. Можно, да, можно, давай. Подсекать. Есть, да? Аккуратно, аккуратно. Давай, давай, сам попускай, попускай, сильно тянет, попускай. Ребят, когда тянете подлещика, надо всегда держать натяжку. Можно попускать, но все время давать натяжку. Небольшую, но надо. Смотри, подлунка, Димон, аккуратно, чтобы он не сдрыснул. Есть. Небольшой, но есть. И тем не менее, как он брал. За верхний крючок. Верхний. Смотри, верхний крючок взял, да. Димон тащит очередного. Педаль убери. О. О, уходит. Давай аккуратно. Поднимаю. А я решил поменять мормышку, ребят, на такую. Бери. Опа. На такую, на медную такую. Опа, поплавочек дергается. То есть клюв сегодня отличный. Отличный. На что-то я решил поменять. Что-то типа... Вот такую я поставил. Вот. А ловил на вот. На вот такого плана. Поэтому сейчас попробуем с вами на игру взять. Может, сейчас сразу клюнет. Так. Пацаны, короче, прикол. С Димоном говорим, может, мы зацепились. У тебя мотыль за шиворотом, смотри. Может, мы зацепились? Да нет. Короче, я кого-то поймал. А может, там рыба на другом конце, Димон? Слышишь, а леска тут была у кого-то. Вот, смотри, 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 там поплавок. Чего так уплывает? Быстро? Есть там кто-то? Да я не пойму уж. 0.18 леха, я не пойму, ребят, у кого-то была. Сейчас посмотрим, Димон, что я поймал? Димон, там кто-то сидит. Плотва! Димон, я чью-то удочку поймал, а там сидит плотва. Ты прикинь, левую, понял? Чью-то удочку с грузиком, там сидит плотва. Как я удочку не поймал, а? Прикольно. Это у кого-то сперлось. Я говорю, может, там сидит кто-то, прикинь. А там плотвина. На что ее поймали? На опарыша и мотыля. Давно уже, то что там начал разлагаться уже опарыш, понял? Не у всех, походу. Есть! Как высоко, хорошенький! Как высоко он взял-то? Метр где-то. Или больше даже. Пришлось бороться с ним. Ух ты! Угу. Пришлось выбаривать его. Сидит кто-то, нападение взял. Пока опускал, касался дна мормышкой. Села рыбеха. Ё-моё. Плотвина. Шикарно. Не мог дна коснуться. Сейчас хотим вместо поплавка достать снова к его карбалет. Клёв пошел отличный. Хотим на арбалетик половить, потому что на него клёво видно, да, Димон? Клево видно по клевке, и на него половим. Ребят, короче, поставили кивок арбалет. Сейчас будем дальше дубасить. У нас рыба уже не влазит в ведро. Тут прыгает, поэтому ее пересыпаем. Какие ж черный пакет с Димоном. Оба-на. О. Опять, опять, опять. Сидит. И снова арбалет. Арбалет сегодня молодчиком работает. Ой-ой-ой, тихо, я увидел, что ты там. Тихо, тихо, тихо. Вот такой сошел. И тот. О, о, о. Вот это хорошенький рыб уже. Да, Дима? Да. Такой хорошенький рыб уже. Так, ну что, у нас внутри 22 градуса. За бортом типа 2,4 мороза, типа. Но так как палатка вся теплая, с нее идет тепло, а провод близко выведен. Димон, давай я схожу на разведку, гляну, что там творится. Да ну. Ух ты, там дубарь, ты в натуре говорил, да? Ну да. Десятка точно. Ух ты, ё. Народ посваливал. Да, народу ушло очень много. Людей было просто немерено. Осталось. Залупетанил. Поймал кого-то? Да.
Давай глянем, кого ты тянешь. Только я вышел, ты сразу взял. Кто там? О, плотвичка, не? А, нет, гостера просто... мелкая. Да. Ё-моё. Провод совсем близко получается, и поэтому температуру такую большую минусовую не показывают. От палатки идет тепло. Только 2 градуса, остальное все спасает. Люди расходятся. Все. Не знаю, нам клёво нравится, у нас лично клёво. Ребят, ну что, у нас уже начало четвертого. Клёв стал хуже, гораздо хуже, да. Уже и на игру редко клюют мелкие такие подлещики. Температура у нас также держится 23 градуса. Все, короче, круто, да, Димон? Да, все отлично. Расскажи твое мнение о рыбалке, что ты молчишь? Ну, сегодня попали на клёв, это конкретно. Сегодня клевало здорово. Клевало отлично и на все, и на арбалет, и на поплавок. На игру я набил, наверное, большее количество рыбы, если быть честными, да. Ну, даже если не быть честными, то все равно... Половину точно, да. Клевало очень здорово, ребят, поэтому, ну, в общем-то, мы рыбалкой, так сказать, довольны, да. Все было здорово. У нас тепло. Мы, наверное, сейчас будем потихоньку уже собираться домой, потому что, как сказать, большой ветер на улице, минусовая температура, и реально мы уже наловились, да. Рыбы у нас вдоволь. Ну и тем более дело идет к вечеру уже. Да, рыбы вдоволь. Друзья, ну что, мы собираемся домой, на улице мороз, ветер, да, Димон? Очень большой. Мороз, ветер большой, да, и мороз, короче, холодно. Народ, кто посваливал, кто не посваливал, в общем, как мы вам сказали, да? Вот тут было все в палатках, сейчас забито, там немножко осталось. Да, смотри, ни одной палатки. Ни одной, а было так, рядок такой стоял, да, было намного больше. Что хочется сказать по сегодняшней рыбалке, ребят? Конопля реально сделала свою тему. Конопля помогла, вот, и реально рыба подошла, все мы правильно замешались, все получилось здорово. Поймали мы сегодня неплохо, Димон говорит, да? Немного, не мало. Да, сейчас мы вам покажем наш улов. Таких, как бы так сказать, больших экземпляров не было, как мы хотели поймать. Да, бигфишов не было больших, были сходы бигфишов, но в целом рыбки, вот мы такую кучку поднабили. Есть небольшие, есть хорошенькие такие, ну, подлещики, плотва. Ну, в основном это подлещики, да, Дима? Да. Небольшого размера, в основном это подлещики. То есть, вот так вот подлещиков, можно сказать, мы наловили.